В Каменском районе новый глава. Им стал Сергей Сакирко. Приказ о его назначении подписал президент Красносельский. Сегодня в госадминистрации Каменки нового главу представил председатель правительства Александр Розенберг. Любая администрация или территория, она развивается только тогда, когда есть определенная консолидация. Когда есть определенное направление деятельности, скажем так, в едином ключе. В первую очередь, конечно, нужно думать о людях. Во вторую очередь, нужно думать о материальном обеспечении всего района. Все, на чем держится, в принципе, вся территория. И, конечно же, нужно думать об уровне жизни людей. Сергей Сакирко уже занимал должность главы Каменского района с 2014 года по 2016. Рассчитываю на поддержку, прежде всего, районного совета народных депутатов, руководителей служб, организаций, также всех граждан нашего района. И считаю, что только вместе, сообща, мы сможем достичь поставленных целей, сделать жизнь людей в нашем районе краше. С декабря 2016 года пост главы Каменского района занимал Владимир Бычков. Он ушел с должности по собственному желанию. Президент Вадим Красносельский наградил его орденом за заслуги второй степени.